болели здесь, что нас было много. Как я буду на свою команду дома сидеть, болеть в финал? Я думаю, что сейчас, в третий раз, мы будем стараться делать все лучше, чем в предыдущие разы. Осмысливаешь то, что сделал ранее, и я понимаю, что это место для меня значит очень много. Потребовались казанскому Акбарсу. Может быть, это решающий момент. Гол! Нефтехимик проходит в полуфинал Восточной конференции. Вдвоем против одного, бросок к воротам, 2-0. Трактор все-таки побеждает. Случился второй и пятый в большинстве голосов. Эта шайба сейчас улетает в ворота Андрея Мезина. Счет становится 4-1. Бросок по воротам, гол!